Вот, привет. Играем в Catfishing. Опять же, надписи нету, но не важно. У нас Crazy NT это Widow. Один раз выбирает игрока, он отравлен становится и видит весь гримуар. Юра Циранова выбирает игрока и говорит, кем этот игрок должен клеймиться. И тогда все будет. И тогда, если этот игрок продолжает, ну, будет это делать, то тогда, ну, все будет хорошо. Он не умрет. Если же будет, сломает свой Madness, то умрет. Джерри Философер один раз за игру может выбрать способность любого Таунсфока и получить ее. Этот Таунсфок, если на столе, отравлен. Офи Гэмблер каждую ночь гадает игроков. Если угадает неправильно их персонажей, то умирает. Владимир это Дример, очень сильная роль. Каждую ночь выбирает игрока и узнает одну Гуд, одну Эвил роль этого персонажа, который он может, одна из которых верна. Кости это Снейк Чармер, выбирает каждую ночь может выбирать игрока. Ну, должен выбрать игрока. Если это демон, то становится демоном. Слава это лунатик на самом деле. У нас он думает, что он демон, но не демон на самом деле. Потому что такая вот его аутсайдерская способность. Чуйки у нас имп обычный, каждую ночь может выбрать игрока, и он умирает. Если сам себя убивает, то один из его миньонов становится импом. Ян это каннибал. Он получает способность недавно, ну, только что казненного персонажа. Если это миньон, то он какой-то отравлен. Он становится отравлен. Балунист это Steel Phil. Переиграли его способность. Каждую ночь узнает игрока с другим типом. Горожанин, аутсайдер, миньон, демон. И Дарк это мутант. Это аутсайдер, который думает, что он должен говорить, что он точно не аутсайдер. Ну, он должен говорить, что он какой-то из таунсфоков, да или миньонов, я не знаю, чтобы не умереть. Иначе я его могу казнить. Все. Привет. Что, будешь Привет. использовать свою способность? Да, бабушку, пожалуйста. Хорошо, давай. Привет. Да, привет. Так, ты, во-первых, узнаешь, что твой демон это Чвики. Так, чвики, чвики. И твой дружище миньон это сосед твой Юра. Юра, Ты видел? Я к тебе чуть попозже приду, потому что если ты посмотришь на О, у тебя там чуть попозже ты встаешь. Вот. Ну, может это как-то повлиять, а может и нет. И тогда поговорим о твоей роли. Я думаю, что ты в целом и так можешь прочитать. Если будут вопросы какие-то, скажешь, выберешь игрока. Подумай об игроке Хорошо. пока что. Давай. Давай. Нажми выход. Да-да. Привет. Привет. Так, ну что? Ты миньон. Чики твой демон. Твой дружище миньон это Crazy NT, сосед. Вот. В целом можешь выбрать, наверное, персонажа. Ну, игрока и персонажа. Да, давай попробуем. Джерри Савант. Хорошо, давай. Давай. Здорово. Привет. Ну что, ты узнаешь? Блин, ты заблюрен. Мне это. Ну, я не знаю, так пройдет. Ну, я что-то узнаю. Да. Что? Ты узнаешь, что твои миньоны это Ян и Костя? Яны Костя. Хорошо, понял. Ты узнаешь свои блефы еще? Ага, какие? Снейк Чармер. Ага, сейчас секундочку. Блин, тут пометил. Дальше. Каннибал Каннибал. и бабушка. Бабушка. Какой интересный блеф бабушки. Ну хорошо, принял. Давай. Пока. Привет.
ты узнаешь, что Слава это лунатик. Ты узнаешь также, что твои миньоны это Crazy NT и Юра. Класс. Ну, ты профессиональный игрок, Чвики. Нет. Ты профессиональный игрок. Ладно, но я хотя бы имп. Ты имп, да. А блефы? Блефы твои — это шеф, фортune теллер и рейвен кипер. Шеф Fortune Raven. Хорошо, спасибо. Все, споки. Споки. Привет. Ну что, выбери игрока. Ты замьючен. Ага. А, подожди, подожди, Слышно, подожди, подожди, подожди. Ты сначала. Look at the grimoire. Я тебе показываю гримуар. Ты можешь его в целом сфоткать себе. Вот. И выбери одного игрока, он будет отравлен. да? Ну, думать-то долго не получится, да? Поэтому... Кто у нас тут волшебный? Так, а очкастый это кто у нас? Это бабушка. Бабушка узнает одного, бабушка, да. Узнает одного доброго персонажа. Понял, понял, понял. Ага. Ты можешь узнать Так. еще, нажав на О, кто ходил, кто не ходил. Ага, на О. На нерусского, да? Да. Кто ходил, блин. Долго-долго я, конечно, телепаюсь до меня. Ничего. Я виздом, то есть после меня еще Видел. не ходил. Это Да, видел. черная вдова. Кто еще не ходил? Ну, грубо говоря, до тебя ходил лунатик, ходил философер, если он есть. Не знаю, как можно сказать. Ну, неважно. По сути, почти никто не ходил, да? Да. Так, а Дример, мечтатель, что он там? Дример выбирает игрока каждую ночь и узнает две роли. Одну добрую, одну злую. И одна из них верная. Достаточно сильная роль. Да, давай, давай его. Давай. Хорошо. No problem. Давай. Все, давай. Привет. Как же ты долго до меня шел? Я уже боялся, ты забыл про меня. Сорян, ну видишь, обновления эти, вылеты и все эти дела. Будешь ли ты выбирать игрока? Да, буду. У меня один вопрос. Ты вводишь по Night Order, да? Типа после инфы демона я играю. Не, просто я объясню. Просто типа иногда, ну не иногда, на Маслице обычно Я вводят. знаю, я Просто забыл про это. Я забыл про это, поэтому я вожу сейчас по Night Order. Хорошо, я просто уточнить. Да. Ну давай Crazy, он так пишет, Юрий, как будто он демон. Окей, Crazy, хорошо. Давай, да? Споки. Привет! Ты думаешь, что я пришел сказать тебе твоего внука, но нет, я тебе пришел сказать, что Циранова выбрала тебя. И ты должен говорить всем, что ты савант. Хорошо. Как Если это я получилось? увижу что-то подобное, что ты недостаточно убедителен, ты будешь убит. Хорошо, понимаешь? Ты мне пока внука скажи. Нет, пока ты еще пока. Ты в конце там узнаешь где-то. Так что ну, я хорошо, приду еще. Ждем утра, получается. Давай, да, сейчас. Привет. Привет, я уже устал. Да что вы все такие, а? Вылетала игра, отстаньте от меня. Так. Ну давай, самая сложная роль. Мне не нравится. Давай, Чвики. Чвики, ты узнаешь, что это либо... Либо, ну, допустим, либо Питхак, либо Рейвен Кипер. Хорошо, спасибо. Давай. Твой внук — это Костя, Снейк Чармер. Окей. Давай. Доброй ночи, вот ко мне дошли. Наконец-то. Получаешь Яна.
Яна, то есть то, что по новым правилам, это только то, что я добавляю, ну, или убираю одного аутсайдера, правильно? Не совсем. Еще каждую ночь ты получаешь просто разного, от другого, отличного от предыдущей ночи типа персонажа. То есть раньше ты 4 под... Нет, 4. Раньше ты 4 штуки получал, сейчас ты будешь получать каждую ночь другого. То есть это может быть Таунсфок, демон Таунсфок, миньон Таунсфок. Вот. А, ну это грустно, это очень грустно. Ладно, спасибо. Давай. Привет. Внезапно ты узнаешь, что Видоу в игре. Хорошо. Все, споки. Манделы. Здравствуйте, ребята. Какая ночь хорошая была. А у вас есть... Фу, ну ладно, ну давай, ну ладно, хорошо, 6 минуточек, ладно. Это в честь моей смерти. Ладно, нормально. Здравствуйте, ты хочешь свои два факта, наверное, классные? Да, я, конечно. Ну давай, первый факт такой, а второй вот такой, наверное, записал? Однозначно. У меня на все есть просто готовый ответ. На все готовый ответ? Да. Ну, смотри, если у тебя есть на все готовый ответ, то лучше максимально честно, потому что мне бы хотелось прям честный твой. Извини, без троечек. Талант, он и в Африке Салант. А я либо каннибал, либо дример, либо философер. Сложно, интересно, запишем. Хорошо. Окей. Короче, смотри, с учетом такого начала, я думаю, это очень хорошее для нас начало, потому что у меня жетон инпа, но ты помечен как один из моих приспешников. С учетом такого разговора... Ты лунатик тогда? Я четвертый лунатик, да. Поэтому... Супер. А ты хотел мне типа этих самых блефов отсыпать? Информация была раскрыта. Ну, обо мне. Ну, я могу троечку дать. Я либо каннибал, либо философер, либо дример. Каннибал, либо философер, либо дример. Слушай, я из той же тройки, которую ты назвал. Да? Прикольно. Окей, замечательно. Вот. Я так и запишу. Я так и запишу. Давай. Я скажу, что... Хочешь? Я савант. И савант. Ну и все-таки уточни. Не, ну все, ну типа... Факт. Я что тебе стол скажешь, хорошо. Я дример или форчентеллер? Я хочу... Я об этом поговорю, что это максимальное доверие. Даже более того, если все-таки это такой прямо от меня блеф был жуткий, ну в середине партии просто казните, и на этом все кончится. Трой дример тоже был. Тройку назвал, ну окей. Я ему правду не сказал. Я под конец подумал, а вдруг реально он кто-нибудь из красных, и он так специально типа первым залетел на такую инфу. Вот, я решил прямо в конце разговора, ну то есть в середине разговора решил говорить неправду. Я балонист. Балонист. И я знаю, что Офи это либо Рейвен, либо Гэмблер, потому что она называла еще балонист, когда со мной говорила. Так, сейчас секундочку. Либо Рейвен, либо кто? Либо Рейвен, либо Гэмблер. Это Офи. Я балонист. Окей. Факты имею, скажу в стол. Красавчик, красавчик. Блин, вот это я уважаю такой геймплей. Класс. Я этот самый. Философер, дример. Гэмблер, философер, дример. Хорошо, спасибо. Ну, давай. Секунду. Слава Лунатик, знаю дальше. Ян Каннибал. Принято. Дальше. Стилфил Балунист. Принято. Дарк Мутант. Дарк Мутант. Владимир, если что, отравлен уже. Можно, я не знаю, Гэмблера убить, например. Или Снэк Чармера. Ага. Каннибал или Свитхарт? Гэмблер, Каннибал, Свитхарт. Да, честная тройка. Только для... Ладно, так тоже можно. Я Салан. Ты Салан. И я первая четверка. Ты задеваешься. Хорошо, я либо дример, либо гэмблер, либо философ. Третий, вау. Кани, Фила.
Дример, блядь, ты тупо самый сильный. Если бы я был бы демоном, я бы точно убивал бы тебя. Вот тупо вот за... Ну, вот, за... я тебе доверяю, в общем. Я вижу, я тебе доверяю. Супер, супер, давай. Верю, что ты забегал в самом начале к Мишеньке. Надеюсь, это правда. Что, кстати, он тебе сказал? Аджерис. Сил, напомни, пожалуйста, что ты сказал. А, ну, то есть я видел, что ты залетал к Мишеньке в самом начале. Саванда. Что тебе Мишенька сказал, Саванда? Я скажу стол. Я не хочу повторять все одно и то же по 500 раз за... замечательно. А, значит, ты... и Каннибал, кстати, у меня есть хардклей. Привет. Моя способность узнавать, что мои миньоны crazy and they evil, правда же? Какие... что crazy и что? Я... Нет, да, типа... Да, да. Я... Холодновато. Я знаю, какие блефы у Славы? Нет. Холодно, спасибо. Явно зелень. Давай. Понял. Не, я... Моя Савант, твоя кто? Твоя Савант. Секунду. Я не даю роль, но типа я не хочу врать, я дам тройку. Чтобы было честно, хорошо? Стилыч! Ой, бегу! Жми! Окей, у меня Каннибал, Философер, Дример. Всем привет, ребята. Прежде чем вы начнете, если можно, факты Саванта в стол. Факт номер один. Один из игроков отравлен. Факт номер два. Один из миньонов это Саранова. То что один из миньонов Саранова. Кто-нибудь записывает? Саранова, я пишу. Один из игроков отравлен. Либо в игре Саранова. Да, я тебе записал. Ну, давайте я сразу скажу. У меня есть инфа, что у нас два. Ой-ой-ой, что ж ты раньше не сказал? Я тогда сейчас всем бы рассказывал свои клеймы. Ай, ладно. И еще раз, что? У нас два аутсайдера. Два аутсайдера. Я вдова. Офи, Офи. Номинации открыты, тебя... ребята. Офи, у тебя сильная роль? Нормально. Казнить тебя можно? Не говори только роль свою. Скажи, можно или нет? Я бы предпочла нет. Ну, тогда не будем, если ты говоришь нет. Еще вопрос к Офи. А Офи, ты что сказала? Что ты из аутсайдера. Ну, откуда... Я проверил. Откуда эта инфа? От эстэшники. Как говорил, оттуда. Ладно, если никого нет хорошей по номинации, у нас есть типа эти роли и там инвестигейтор, еще там кто-то. Если есть, давайте казнить по их проверкам. Если нету, то у меня есть идея. Да, и шеф есть. А у нас кто-то есть какой-нибудь, кто может представиться аутсайдером, кто-нибудь там реклюз какой-нибудь? Ну давай так скажем. Я скорее всего аутсайдер. Какой, пока не скажу. А ладно, я тогда номинирую Костю. Если ни у кого нет лучшей идеи, я номинирую Костю. Ян номинирует Костю. А... Я скажу твою инфу, окей, да? Окей. Да, да? Короче, Слава Лунатик, ему дали двух миньонов, меня и Костю. Соответственно, я не миньон, то есть ко мне пришел Слава, он ко мне так аккуратно начал подходить, я ему рассказываю свои там синие роли, бла-бла-бла, типа думаю, как бы там мне ее там дать лучше. Вот, и Слава говорит, что а вот, а ты мне типа как миньон. То есть мы выяснили, что Слава Лунатик. Второй миньон у него Костя. С Костей я не говорил, но есть вероятность, что Костя реальный миньон. Окей, Костя. Ну, у нас с Славой был странный разговор, на самом деле. Он ко мне зашел, я ему назвал свою тройку или двойку, что-то такое. Он говорит, а ты не хочешь быть миньоном? Я понял, что я марионетка. Я еще не знал, что я не спак, я не увидел это. Я спросил у него, какой второй миньон. Вот. Он мне сказал Яна, потом мы разобрались, что он лунатик. Моя смерть, на самом деле, не сильно плоха города, но я согласен с Тейком, что лучше сейчас вывести шефа, которого мы заслышали уже за столом, и уже играть от этой инфы, там, что будет дальше. Все?
Костя, только не говори свою роль. Окей. Все, ребят, все, кого будут подоминировать, типа не говорить свою роль. Начиная со Славы, 6 голосов, чтобы заблокировать Костю. Можно откомментировать тоже? Комментируй. Просто хочу сказать, что мне кажется, большого смысла казнить сейчас никого из них нету. Вот, потому что, ну понятно, что в игре есть дала, кто-то мог притвориться, но опять же, мы не можем наверняка знать кто, но ни оба человека в разговоре не спалились. Вот так скажем. 2 а недостаточно. Это... А шеф скрывался? Разве кто-то сказал, что шеф это скрылся? А для чего бывает шефа? Пусть он живет. Слушай, ну я как-то раз собирался с шефом стройкой и умер за это, и это помогло выиграть игру. А шеф, я послушал. Нет, ты кто-то клаймился шефом просто? Я не успел. Я прослушал, ребят, просто. Я просто услышал, что ты говорил. Я поэтому... Казнить надо по-любому кого-то. Второй... Почему? У нас же нет вортекса. Запрос на номинации. У нас 11 людей, типа, надо казнить. Ну, то темп потеряем, иначе. Я потеря темпа. Ну, доминируйте, кто там, кого хочет. Нужно больше синих купить, да. Давайте. Стилфил номинирует Яна. Я попросил номинировать. Да, сейчас, секундочку. Стилфилыч номинирует Яна. Скажи, почему? Ян залетел ко мне, когда оставалось 30 секунд, и мы одновременно сказали. Я ему сказал, что я первая четверка, а он сказал одновременно, что я марионетка его. Только поэтому. Окей, Ян. Я бы очень хотел, чтобы Стилфил был моей марионеткой, но ее в паке нет, поэтому, увы, Стилфил. Не в этот раз. Начиная со Стилфила, 6 голосов, чтобы заблокировать Яна. Просто почему тогда ты Костю обвинял, что он марионетка? Я Костю не обвинял, что он марионетка. Не, я подумал, что я марионетка, потому что у нас такой разговор со Славой был, как будто я типа марионетка. Там Ва, недостаточно. Костя номинирует... Извини. Да. Номинировать безумно, можно ли про Славу? Костя номинирует кого? Славу. Окей, скажи почему. Ну, во-первых, он аутсайдер, у нас есть большая вероятность, что есть Godfather. Желательно, чтобы этот Godfather сейчас сделал свой килл, это первое. Второе, нам нужно в любом случае кого-то казнить, и как бы мы проверим, точно ли он лунатик или не лунатик, это второе. И третье, это могла быть очень хорошая игра, при котором... Я просто уже видел такую игру, где демон приходит якобы лунатиком, и у вас такая была игра, я смотрел видео. Поэтому, короче, я думаю, что надо Славу казнить. Я хочу в атаку добавить, когда будет возможность. Фангу у нас есть в игре, да, я тоже убрать. Да, минимум. Окей. Можно секунду добавить, но пока идет стрелочка. 6 голосов, чтобы заблокировать. Слава, Слава, извините, пожалуйста, меня сбили. Слава. Смотрите, первое. Вот хороший аргумент из разряда. Я видел такие игры, люди так могут блефовать, это да. А у меня аргумент такой, а если нет? А что если нет? Это первый аргумент. Что если я говорю правду? Да? Если я говорю правду, тогда получается, что я изгой. Второго изгоя никто себя не называет, никто не опровергает. Это раз. Второе. При моей смерти сейчас, если у нас реально есть Godfather, будет еще одна смерть. Но можно же вообще не убивать. А проверить это в процессе игры. Ну, ребят, реально. Есть всякие FT, есть всякие дримеры, есть сам черт вступит. Не обязательно сейчас казнить игрока, который по социальному в разговоре с двумя игроками, которые типа дали ему как миллионы, себя... по сути, вычислил лунатиком. Ну, как бы, они могут быть, кто-то из них вдовой, это да, но я-то точно лунатик. Так что не надо казнить. Окей, начиная с Чвики, 6 голосов, чтобы заблокировать Славу. Слава для меня уходит по синему, но чисто из уважения к Фангу в скрипте. Да. Тут еще есть Мутант, тут есть Дран, который не знает, что они аутсайдеры. Я слышал Клейм Свитхарта, ну, то есть такое, типа. На самом деле, что Слава защищался так сильно, мне что-то не сильно... 7 достаточно. Слава... Последний запрос на номинации. 5. Этих аутсайдеров хорошо. 4. Ну, лучше сейчас 2 килла. Да, да, тоже правда. 1. Слава... Лучше вас не допускать. Вот в чем правда. Умирает. Вы классные, я вижу. Я поздравляю. Мы переходим в гриму... Нет, ночь. Я пошутил. Грим Найт. Грим Найт. А мне понравилось, как Слава защищался вот это. Песня же у Слепакова была еще, типа, а что если нет? А что, да, такой именно газ лайтинг, да? А что если ваши аргументы не аргументы?
Привет. Но ты что, и не видим. И... Вот это уже хорошее начало. Да, да. Ну, не знаю, достаточно сложно красным будет сейчас, учитывая, что Crazy NT и Юра в онлайне не так много играют. И сидят, они сидят, переписываются на палеве, без палева, вернее. Что, ты покажешься или ты стесняешься кстати, сегодня? Кстати, кого Силфил первый видел? Яна. Ты про Силфил не забыл? А, Яна видел. А, Яна. Окей. Они вот пойду, так поставили. Я вызываю Офи, подожди. Яна. Привет. Я буду говорить, да. Привет. Привет. Хочешь... Да. Скажи игрока и роль. А мертвых можно выбирать? Своей способности. Ты можешь выбирать, да, мертвых. Я плохой гэмблер, я предположу, что Слава Лунатик. Окей, спокойной ночи. Ты предположишь, что Слава Лунатик. Помни, что ты не узнаешь. Если ты умираешь, то ты не узнаешь от чего. Да, я понимаю. Давай. Привет. Привет. Так. Ну окей, хорошо, Владимир. Ты Владимир, большое спасибо. Владимира, спокойной ночи. Да. Здорово. Ну что? Привет. Здорово, здорово. Ну что, Джерри мне... Выбери игрока, давай. Да, Джерри мне понравилось, выбери. Как отыгрывает Савант, хорошие факты. Я думаю, ему надо продолжить. Хорошо. Продолжить. Вот это хорошая мысль. Спокойной ночи. Да, спокойной ночи. Да. Так. О, Джерри будет веселиться. Пойду ему скажу. Привет. Да. Тебя выбрал... Циранова, чтобы я даже не удивлен. Савантом. Давай. Давай, просыпайся. Здравствуйте. Да, извини, я прям был в этом разговоре с Стилфилом, не мог отключиться. Выбери игрока. А. Так. Слава не Лунатик, кто он такой? Что он вытворял, лады это или понятно? Выбирай игрока. Хорошо, я выберу Офи. Окей, Споки. Да-да-да. Здравствуйте. Здрасте. Мы убиваем... Подожди, ты узнаешь, что Лунатик выбрал Офи? Да, давай убьем Офи. Хорошо, давай. Офи, это будет. Большое спасибо. Здорово. Привет. Я еще живой. Да. Ну, давай тогда Яна. Ты узнаешь, что Ян либо... Погоди, у меня звук. Повтори еще раз. Ты узнаешь, что Ян либо лунатик, либо имп. Хорошо, спасибо. Давай. Про меня ты забыл, да? Нет, не забыл, случайно нажалась на самом деле. Секундочку. Стой, секундочку. Очень прошу, а можешь первый напомнить? Я не записал. Ты узнал Яна. А сейчас ты узнаешь... Да, Яна и... Ты сейчас узнаешь Дарка. Дарка. Соседи мне даешь. Ладно, спасибо. Давай. Офи умирает, а вы можете пообщаться. Офи, кем ты была? Я скажу через 5 минут. Ого, долго. А у нас... Ну, факт рассказывает. Факт первый. Ты... Ты замьючен, но ты рассказывай. Блин. Ты сегодня, кажется, мне был выбран Цирановой. Второй факт. Ты не был выбран Цирановой. Возможно, такие... Вот, отлично. Джерри, есть вероятность, что у тебя сейчас будут хорошие факты? Вероятность есть. Да, и она... Что-то хорошие они или нет? У меня вопросы есть.
но я не могу их, так сказать, придумать. Да? Still Feel, пожалуйста, давай поговорим. Бодример. Кани Филба Дример. Да, Кэнни Уэст, да. Да, Кэнни Филба Дример, так и запишем. Ты кто? Я шеф. Третий? Я говорю шеф. Я говорю шеф, шеф, шеф. Да я понял, но... А, третий шеф? Это сильно. Окей, я Савант, как ты можешь, мог догадаться. Угу. Не догадался, я еще не сильно читаю все, что вы говорите. Что происходит? Да-да-да, ну я уже не... 3-4 роли, и я назову твою. Слушай, последняя тройка, да? Ты Рейвен? Возможно. Последняя тройка. Ну, хорошо, хорошо, спасибо. Угу, давай. Алло. Спасибо большое, что вернулся ко мне. Я спрашиваю тебя какие-то факты, как амнезия. Типа всем говорю, что я амнезик, но амнезик не в блефах. Поэтому ты наверняка, Владимир, дал, что я Рейвен, правда же? Я может не быть. Знаю. Все может что быть. Что ты несешь? Давай. Ну, да, да, холодно, я понял. Давай. Быстро тебя, быстро тебя. Я так понимаю, что ты шеф. Да, 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 да. Что тебе сказали? Мне ноль. Нету пар рядом. Угу. Ну, тоже хорошо. Ну, почему-то у Владимира что-то не клеится, он говорит. Ну, то есть, инфа, которую я даю, и которую он со своей состыкует, ему не дается. То есть, что-то, видимо, не получается. Он не спокойный. Да, да, тоже верно. Угу, да. Что расскажешь, интересно? Слушай, интересно много чего, ну давай все-таки тройками обменяемся или какой-нибудь инфой. Быть, может быть, ты взял, а может быть, ты взял. Может. Подожди, я сейчас, если я правильно записал, то ты клонился... Ну да, 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 понял. Трейбер, фортунтейлером и философером, так? Да, да. Ну, выходит, что ты философер. Я бы тебе советовал брать билку, потому что у нас, похоже... Смотри, у нас Слава, похоже, было... Лунатика, значит, один кил произошел, Годфазера, скорее всего, нет, про превращение молчат, а отца Я больше верю, на самом деле, в то, что твой факт был верным про отравление. Вот. Чтобы эту вещь развеять, если ты реально подсрановый, наверное, имело бы смысл себя просто вскрыть. И, под Савантом. И, как бы, собираюсь под Савантом быть в соответствии с Токеном. А вот насчет конкретно Яна, у меня появляются очень большие подозрения, что он красный, потому что он сказал, что будет гемблить меня, а как я понял, гемблил кого-то другого. Соответственно, ощущение, что он не гемблит. Для Яна это характерно, сам ли он называется, кем только не называет, но потом оказывается другим. Единственное, что я скажу, у меня тоже на Яна есть подозрение одно, но оно чисто социальное. Он очень сильно пытался меня сейчас кое в чем убедить. Так обычно, и после того, как я умер, так обычно все идут красные игроки, они как бы склоняют свою сторону мертвеца. Есть такой момент. У Яна есть такая фича. Ребята, здравствуйте. Ванта. Номинация открыта сначала, я бы сказал. Что? Номинация открыта, а вы продолжайте. Костя номинирует Костя. Доброго дня. Так, подожди. Так, дайте сначала инфу. Спасибо. Дать. Давай инфу, а потом... Один из игроков получил неверную информацию. Ну, Мишенька, ну давай поехали поговорить. Злые игроки сидят раздельно. Костя, почему ты номинируешь себя? А раздельно что значит?
Типа, рядом нет, нет пары. Не пара. А что у шефа? Костя, все, пожалуйста, потише. Костя, твоя номинация, твое нападение. Да, смотрите, я хорошая казнь на сегодня, вот. Больше атаки защиты не будет. Посмотрите, Джерри, факты опять какое-то говно. Окей. А ты заколебал? Пять. А какой первый факт был, скажите, пожалуйста. Либо один отравлен, либо цир в игре. Пять голосов, чтобы заблокировать Костю. Начинаем со Славы. Нет, первый факт сегодня был. Давайте поставим просто Костю на плав, а потом за шок казнем кого-нибудь в другого. Ну, первый факт сегодня был, что один из игроков получил неверную информацию. Я хочу дать инфу в стол. Пять достаточно, Костя заблокирован. Каннибал, я съел Славу, меня Мишенька разбудил, говорит, выбери игрока. Я выбрал Офи умерла. А, демон, скорее всего, все еще думает, что в игре лунатики пытаются его грумить. Я верю Офи в то, что в игре есть виду, поэтому нет смысла скрывать свои клеймы и свою инфу. И еще один нюанс, ко мне сегодня Владимир в личке заходит, Ян говорит, ты что, лунатик? Я говорю, а что такое? Он говорит, а тебе потом расскажу. Короче, демону говорят, что в игре есть лунатик, лунатик тот-то, тот-то, а потом он видит, что он убил лунатика, и все равно он получает инфу о том, что лунатик выбрал того-то, того-то. Есть так, другое объяснение, Владимир знает, что ты лунатик, если что. Я хочу сделать я Росомаха. А, хорош, блин. Я был Лунин, я поехал Яна и Дарка. Яна в первую ночь, и Дарк во вторую, если это важно. Окей. Чуваки номинируют Яна. Ты чё, странный? Скажи, почему? Все просто. У нас две версии, по одной из которых, если Слава Лунатик, он пообщался с Яном и Костей, а уже типа подтвержденные синие игроки, Ян скрылся каннибалом, каннибалы в любом случае типа не живут. И, типа, зачем скрываться на такой роли, как Слава, мне не очень понятно. Если, то есть у меня версия 1, либо это Ян, который сейчас умрет, потому что он синий, все классно, либо Ян — это красная роль, которая грумит нас, что типа он каннибал, и все классно, и он проверенный от Офи, и он проверенный от Славы. И вот эта вся версия с лунатиком, типа, я до сих пор не знаю, кто такой Офи просто, поэтому там сложно. Окей. Ну, типа, убить Яна пока есть шанс, это хорошее. Ян. Вообще отвратительные мысли, если честно, убить Яна пока есть шанс. Ну, типа, какой смысл? Я, по-моему, сейчас по синему максимально играю, пытаюсь помогать, говорю, типа, столу о том, что если есть видео, то надо вскрываться. Офи гэмблер, она гэмблила Славу. Ребят, я вам говорю еще раз, меня Мишка разбудил, говорит, ты выбери игрока. Выбрал Офи, и демон решил погрумить типа лунатика, хотя лунатика вроде казнили. Это забавно. Я не знаю, стал бы или я так играть на красном, как я сейчас играю. Ну, хотя бы я в теории мог, но я как бы в каннибал. Это хорошая роль. У нас есть аутсайдеры, у нас есть роли, которые одноразовые. Они были бы лучшей казнью. А каннибал, он еще пригодится. Начиная со Стилфила, 5 голосов, чтобы сравнять, 6 голосов, чтобы заблокировать Яна. Напоминаю, кто первый раз или первый раз играет, если сравниваются голоса, то никто из этих номинантов не будет казнен. А у нас есть еще аутсайдеры, кроме меня и Славы. Я не слышал, должен быть ранг, по идее. Ну, если из есть измененного количества аутсайдеров. Может быть, кроме меня и Славы. Дефолту 1. 5 ровная, никто не заблокирован. Дарк умирает, мы идем спать. Ну да, ты мутант, да? Чувики, мы даже с тобой не поговорили, что это был за мув странный. Ну, типа, если Слава реально лунатик, очень часто и клейм, что дают лунатику как минимум одну. Окей, это весело. Ну, о, надо было Дарка казнить. Они, во-первых, сняли Костю, во-вторых, Ян. Ну, короче, Дарк признался нормально. Ну, теперь Яну придется мучиться с тем, то, что он теперь мутант. Так, Ян вроде так как что? Был этим. Ну ладно, неважно, сейчас пробуждаю. Что там еще по списку? Пробуждаю. Костю.
Здорово. Как же я плохо играл. Это просто жесть. Ужасно просто. Ладно. Давай. Выбери игрока. Буду до конца уже умирать. Джерри, факты, говно. Давай, давай, только, давай, без слишком агрессивности. Не, это не агрессивность, а так чисто. Ну да, да, я так. Давай Чвики, только он знает, что я Снейчармер. Окей, давай. Чвики, да? Чвики, он сказал, да? Да, да, да. До свидания. Он сказал Чвики? Да. Можем можем спросить. Его можем спросить, Кость. Да, да, он Чвики сказал. Я бы спросил снова. Блин. Ну ладно, сейчас выбираю. Зову еще раз Костю. Ты же выбрал Чвики, да? Да. Поздравляю, да, ты красный имп. Окей, я делал выбор. Я к тебе приду. Окей, давай. Давай. Привет. Поздравляю, ты Snake Charmer, ты синий. Выбери игрока. Отличный план, обожаю. А я не пьяный разве, Snake Charmer? Не знаю. Хорошо, я выберу себя. Себя? Окей, давай. Да, давай. Привет, выбери игрока. Привет. Джерри, Савант. А, окей, давай. Давай. Здорово. Ты выбран был Церановой, ты Савант. Окей. Привет. Чвики. Чвики. Хорошо, давай. Да, я буду забыться. Давай. Ужас, ужас. Ну давай, Костя. Ты узнаешь, что Костя... либо Snake Charmer, либо Godfather. Спасибо. Давай. Здорово. Так. Ты узнаешь Юра. Третье имя. Ага, спасибо. Давай. Всем привет, знаю, ребята. Итак, у вас умер Чвики, и у вас есть 3 минутки пообщаться, 4 минутки даже пообщаться. Друзья мои, я вам расскажу одну очень интересную. Я проснулся в этом городе, и помню, это было так прекрасно, особенно с учетом того, что Crazy NT со мной вдова, и Циранова со мной Юра, и Владимир пьяный Дример, и Слава Лунатик, который был убит, и я Каннибал, который не умер, и то, что меня выбрал прямо сейчас Snake Charmer, и то, что баллонист Steel Phil, и Dark Mutant, и Костя молодец, что и дожил, и не умер, и выбрал меня. Спасибо тебе, Костя. Чевики красного отказните. Класс, хорошая игра. Да-да-да. Единственное, что я не буду озвучивать, под кем, кто под сэр и от Юры, потому что факты были говно. Ты им еще один день выиграл, походу. Нет-нет, я не озвучиваю ничьи роли. Я на самом деле Савант. Все, что я вам говорил, это были факты Саванта. Чвики, Стилфил, Джерри красный, Джерри там придумал факты Саванта, Стилфил сразу клеймится каннибалом, потом оказывается Ян клеймится каннибалом, короче, на цвет. Ну и Чвики сейчас придумал, все понятно. А я вот главное думаю, что за номинация странная? У меня такие жесткие вайбы с той игры, где Чвики был Вигго Мортисом. Вот прям вот вообще один в один. Вроде все так хорошо в делу, и тут у меня такой паровоз поехал. За шо вообще так, просто? Ну это на это ничего не меняет. Мы собирались в Костю на плату? Да, я хотел съесть Костю давно. И продолжаем. Так, дали бы мне ребят съесть Костю, я бы... А я не буду ломать мэт. А правильно. Или неправильно. Ладно, давай, раз, два, три. Давайте, может? Ну, типа... Еще у нас есть официальная... Джерри, что скажешь? Я цель... Тебя съесть, Костя, у меня прям цель. Тебя спала. Это очень странные факты, если честно. Первое, среди мертвых только синие игроки. А второй факт, что демон сидит в нижней стороне стола. Классно. Первый правдивый. Блин, я вообще себе не верю. Они опять оба правдивые. Нет, Джек, ты лучший.
Я считаю, а что ходил, это факт. Ходил мы сегодня к Мишеньке, да? Стоит казнить кого-то внизу, типа. Я считаю Джерри отравлен просто. Да он вообще к Мишеньке не ходил. Самые сильные, правдивые факты вообще. Это как будто бы... Владимир, расскажи, Юра Цера, скажи мне, кому ты хотел? Ты пытался ко мне прийти, я просто не знал, кем блефовать, типа Амнезиаком или типа Рейвен. Если что, блефы — это шеф, Fortune Teller и, соответственно... Рейвен. Ладно, я, короче, все расскажу. Я пришел первый раз к Чевике, мне показало либо Питхак, либо Рейвен. Второй раз я пошел к Яну. Это я вообще не понимаю. Ты что, красный? Почему говорят, что шеф — это блеф? Я не знаю, что вообще Чвики несет. Вообще, что происходит? Я не понимаю, что происходит. Бред какой-то вообще. Ну ты дранг. Чвики, а почему ты убил Офи? Ну тебе так сильно хотелось. Номинация открыта. Да! Потому что она инфу принесла Авидо. А я номинирую Костю. Скажи, почему? Мне очень нравятся его лягушечки с этого ника. Я бы очень хотел их съесть. Костя. Смотри, Ян, я сказал, что я инвестигатор, у которого вдова либо Крейзи, либо Стилфил. До того, как Стол узнал, что Крейзи вдова. Откуда я это мог знать? Короче, сейчас, когда игра не закончится, у нас Чвики прыгнул, ищите между Крейзи и Юрой, если он их реально так сдает жестко. У нас раз, два... А, у нас казни нормально, ну давайте, да. Начиная со Славы, 4 голоса, чтобы заблокировать Костю. Я вкидывать голос, что-то? Я почему-то в Юре уверен. 4 надо голоса. Типа нам 5 не обязательно, вот 4. Хотя, мало ли, может, кого-то согрумят. Да, 6 достаточно. Говорю. Будут ли еще номинации? Юра номинирует Яна. Юра номинирует Яна, скажи почему. Хорошая номинация. У меня есть информация от FT, что во вторую ночь между Яном и Стилфилом было получено да, а в третью ночь между Яном и Дарком было снова получено да. Дарк у нас мутант, ну да, значит он не демон, а Red Herring этот на него тоже не подходит. Значит, Ян у нас либо демон, либо Red Herring. Ян. Так и есть. Я Red Herring. Начинаю со Стилфила 6, чтобы сравнять 7, чтобы заблокировать. Юра, просто FT в блефах, ну, типа, по очевиде. Да. И мне Юра сразу FT представился в самом начале. А, Юра... Он первым ко мне залетел. По-моему, Crazy FT мне дал 2 блефа из 3. Хотя как он мог представить? А, подожди. 1? Недостаточно. Итак, будут ли еще номинации? 5, 4, 3. Вот это уже непонятно мне. 2, 1. Итак, yeah. Костя умирает, мы переходим в гримуар. Я поздравляю, ребята, хорошую команду с этой победой. Что же можно сказать? У нас был Джерри Философер, который первую же ночь взял обилку и получил обилку Грандмазер и получил Костю в качестве своего внука. Но он не смог с ним поговорить, потому что каждую ночь был под Церановой от Юры и клеймился Савантом. В целом, достаточно ладно, убедительно. В последний день. Особо тоже не было мне к чему-то там особо придраться, ну, что поделать. Вот. У нас Офи была гэмблер, который погэмблила Славу Лунатика, мертвого уже, и была убита демоном. Но при этом ее выбрал еще и Ян, который получил обилку Лунатика в этот день. И демон узнал, что он... демон, что он его выбрал. У нас был Стилфил, который получил Яна, потом Дарка, потом Юру в качестве своих пингов. И Дарк он получил, потому что Дарк был мутантом. И также у нас был Владимир Дример, который получал информацию, но вся она была неправдивой, потому что Видоу Крейзи НТ выбрал его в первый же день, и Владимир был отравлен. Ну и, соответственно, естественно, у нас был Чвики Имп, который был выбран Снейк Чармером Костей в самый неподходящий момент. И, к сожалению, так сложилось, что Снейк Чармер опять
не позволил выдать результат. А можно? А можно? Я еще во вторую ночь понял, что это какая-то лажа. Вот моя информация, когда мне говорят лунатик или имп, я просто такой, ну да. Костя, дайте Косте сказать. Первый поддел. Да. Костя. Да, тот, кто играет на вдове и видит снейкчармера, вы должны понимать, что могут пикнуть демона, и демон вас даст, и типа... Надо договариваться, да? Да, чисто, то есть не говори, что кто там снейкчармер. Ну, опять же, ребят, Костя, тут игроки, во-первых, не все... Демон со мной так и не поговорил ни разу за всю игру, это пиздец. У меня был прокси Юра, спасибо, Юра. А ты его просил, что ли, специально, чтобы он... Конечно, я к нему один раз постучался, он меня сразу блочнул. Я понял, что это какая-то мутка у него. Смотри, окей. Тебе блефов не надо, правильно? То есть вот ты видишь кримуар, тебе блефов не надо, а Чвики от тебя типа всю инфу получил через да, Юру. Да, через Юру. Все окей. Тут это не происходит только потому, что ну, он не хочет с тобой общаться, именно потому, чтобы у вас между вами связи не было. Таким я образом... Понял. Я понял, просто я думал, мало ли ему Юра ему не передаст, ведь я ему весь кримуар переписал, Юрий. Спасибо, спасибо, Крейси, ты все четко сделал. Да, Стилфил. У меня предложение внести хумром и запретить постоянно выдать одного и того же игрока. Это не надо, это важно, Джерри, потому что менять цель церы нельзя. Стилфил. И ты, кстати, очень хорошие факты делал, в принципе... Если бы они не были такими сильными, мы бы даже не подумали, что ты под серой. Мишенька, у меня 3 минуты перерыв, я потом вернусь. Давай, Стилфилыч. Я раздосадован тем, что я сказал, что я представлюсь честной ролью. Первый, кто постучится, первый постучался Юра. Я его соврал, и Юра мне тоже. Ребята, Crazy NT, Юра, не расстраивайтесь, естественно, потому что, ну да, Snake Charmer такая фигня, тут от вас вообще ничего не зависело в этом плане. Единственное, что, ну, опять же, можно было Snake Charmer отравить в целом, либо там, ну, что-то это, но тут сложно было, мне кажется, разрулить. Так, я думал об этом, но что-то решил, что, ну, вероятность такая, ну, 1 к 9, или сколько у нас тут, 10. Да. Думал, что лучше полезную роль, которая будет постоянно врать. Ну, нормас. Да, все хорошо сделал.